Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Всем! Мур-мяу! Меня зовут Мир, мой ник Мобофилка, и мы продолжаем проходить Fallout 4. В прошлой серии мы каким-то образом забрели аж на хранилище лодок Weekend Shipping. Не знаю, как мы здесь оказались, я исследовала окрестности вокруг нашего санктуари и каким-то образом оказалась тут. Ну и раз уж мы здесь, давайте осмотримся, подберем, что лишнее валяется. И, кстати, да, я наконец-то придумала имя нашей псинки. Вы не так много вариантов предлагали мне в комментариях, так что я посовещала со своим псом, и мы выбрали самую лучшую, самую подходящую для него кличку. Итак, нашего пса будут звать... Та-да-да-да-дам! Фуфлик. Не Бублик, не Суслик, а Фуфлик. Не спрашивайте меня, почему именно так. Это не я, это все Фуфлик. Это он виноват, он себе такое имя выбрал. Я тут совершенно ни при чем. Алюминиевая банка, кстати, алюминий. Сможем из этого получить. Ой, ну и давайте-ка разберемся, что у нас там по оружию. Дробовик у нас есть, который называется «Взрыв мозга». И вот такой пистолет. Пистолет вот такой вот, который я назвала первый раз. Ну, давайте с первым разом пока походим. Осмотримся. F5 нажмем. Ну и... Ау, кто-нибудь тут есть? Ух ты, есть верстак для создания брони. Шикарно. Мы можем ее как-нибудь улучшить? Нет. Мы ее, походу, никак не можем улучшить. Нам нужна кожа. Кожа, кстати, вроде была у Фуфлика, но... Ладно, не будем этим заниматься. Доберемся, наконец, до дома, и тогда уже вплотную займемся именно крафтом, броней, сбором ресурсов. В общем, всем подряд. А пока что мы просто собираем пачки сигарет. Тихо. Чего ты печишь, маленький? Это я все пытаюсь... Да, неудобно как-то на С шагать. Ух ты. Ух ты! Там что-то... Я зачем это сделала? Там какая-то опасная фигня. Ну, знаете, мы F9 нажмем, потому что... Потому что я использовала... Надо с двойки снять этот оружку. Точнее, этот... Как его? Дробовичок, взрыв мозга, с двойки снять, потому что я постоянно на двойку нажимаю от страха и в итоге трачу шприцы, которых и так немного. Ну что ж, Фуфлик, ты чё пищишь? Давайте обойдем, может быть, с другой стороны сможем обойти, потому что там какие-то опасные запари, я их уже боюсь. И попробуем со взрывом мозга добраться. О! Давай-ка в туловище! Дикий куль, бродяга! Офигеть! Офигеть! Фу, напугал меня! Я уж думала, что еще за тварь такая на меня бежит. А это всего лишь Фуфлик. Фу! О! Чудо, дешевый чудо-клей. Это нам просто необходимо. Так, есть тут еще кто? Дикий гуль, бродяга. Лабораторная пробирка. Жесть-то какая-то. Ух, я перетрухнула, так перетрухнула. Че, уже наверх собрался? Ну, пошли наверх, посмотрим, что там наверху. Ух. Бутылка из-под ядер колы. Уфлик, ты видишь, чего подходящего? Что-то мне опять подзависает немножечко. Чистящее средство. Абракса. Не знаю, зачем. Может, пригодится. Разводной ключ.
Радио, кофейная кружка. Ладно, что-то как-то странно у меня. По-моему, у меня какие-то есть тормоза. Ну ладно. Возможно, это мне только кажется. Ну чё, Фуфлик, ты видишь чего-нибудь здесь еще опасного? Гули? Есть еще кто? А как интересно туда добраться? А, понятно. Пес нашел путь. Молодец, умница. Хороший пес. Ты нашел нам путь. 10 мм патроны. 10 мм пистолет. У меня уже этих 10 мм пистолетов хоть попу жуя. Просто бесконечное количество. Канистра. Масленка. Фуфлик, видишь, что еще подходящее есть, а? Ничего больше не видишь? Так, подождите-ка, надо еще и сюда заглянуть заодно. Гули? Гули? Гули, 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 гули. Нет, пока вроде гулей нету больше. Ну что ж, хорошо. Нет, так нет. Значит, будем сейчас обследовать всю местность. Эх, как наверх бы забраться? У него там явно что-то есть, у этого гули на крыше. Так вообще здесь как теперь прыгнуть-то? Эй! Вот у меня сейчас такое ощущение, что я... Так, так и знала. Где? 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 Пес! А, дикий гуль! Ху-ху-ху-ху, кританула-то, кританула. Вовремя кританула-то. Да, вас рулит. Что-то ж уж говорить-то, правда, пес? Вас рулит. F5 нажмем, то еще здесь как-то совсем опасно. Ты не встанешь? Голь. Нет, он не встанет. Хим-лаборатория. Это чего? Это просто кирпич, да? Ой, куда мы с тобой забрались, а? Пёся, пёся. Серебряная вилка. Может, нам серебро пригодится из нее? Кто знает. Пёся, пёся. Что мы тут натворили? Ух ты, давай-ка стимулятор. Давайте-ка антисептик, пакет крови. Давайте его приготовим. Стимулятор — это штука полезная. Всё? Жёлка. Заряды для инъекционного пистолета. Прицел кровопуска. А у меня нет вроде инъекционного пистолета. Пес. Ты знаешь, что это такое, друзья? Напишите, что такое инъекционный пистолет. Да выйди, выйди. Ходи уже отсюда. О, дробовичок, конечно, вот рулит в таких вот ситуациях. Так, а вот это что такое? Я могу тебя разломать? О, терминал. Давайте-ка взломаем терминал. Это мы умеем, это мы, ух, как умеем. Бум-бум-бум-бум. Например, Роуз. Сходство 0, плохо. Ладно, Лэн. Хе-хе, я же говорю, что мы умеем. Управление протектроном. Стандартный интерфейс управления протектроном. Версия 2.4. Данный интерфейс предназначен только для специалистов, обладающих лицензией РОПКО. Несанкционированное вмешательство в работу протектрона может привести к непоправимому ущербу. Состояние единицы заряжаются неактивно, подключено к терминалу подключена единица. Сменить матрицу характера. Активировать единицу. Получение доступа к камере, инициализация единицы, загрузка назначенных под программ. Пожалуйста, попросите всех сотрудников, находящихся рядом с камерой подзаряда, отойти в сторону. Ладно. Ребят, отходите все в сторону. Сейчас что-нибудь случится опасное. Ну-ка, сменить матрицу характера. По умолчанию. Параметр характера сброшен. Ой. Ой. Подождите, какой сброшен? Работник метро... Пожары, медик, скорой помощи, строитель. Параметр сброшен. Охрана порядка, пожарный, медик, строитель.
Давайте по умолчанию оставим. Не знаю, что это. Мы что-то сами натворили. Видимо, какого-то робота подрубили. Ой. Вот этого. Привет. Защищать и служить. Защищать и служить. Ля-ля-ля-ля. Привет, дай с тобой поговорю. И забавно, прикольно. Ну давай, вот где ты раньше-то был? Я уже со всеми гулями расправилась. Теперь со мной будешь ходить, нет? Вот это мне нравится в Fallout. Это вообще офигенски. Чего же они его раньше-то не подрубили-то, когда тут гули вовсю колобродили? Ой-ой-ой, радиация, радиация, радиация. Я поняла все, я все поняла. Так, у меня есть какая-то одежка, по-моему, защита от радиации. Одежда. Давайте ее натянем, например, 15 от радиации. И как я выгляжу? Я выгляжу ужасно. Ну-ка, вторая. Холщовый капюшон это не подходит. Штурмовой противогаз. Может, он посимпатичнее хоть будет? Ну да, как-то да, посимпатичнее. Давайте F5 нажмем. Посмотрим, что там есть. Серебряная вилка, мишка. Перечница. Да вообще ничего нету. И нахрена мы сюда лезли? Ну, возьмем мишку с собой. Куда-нибудь дома рядом с кроватью положим. Все, я ухожу отсюда, я ухожу. Ухожу, все, не надо никакой радиации. Ух. Крышка, патроны, картофельные чипсы, гладкоствольный пистолет, костюм из шкуры родоления. Что за костюмчик? Мы такого еще не пробовали. О, и сейф. Сейф, и это вообще шикарно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Поняла? Да поняла же. Ой. Да. Что такое? Got it. Ой, снова пистолет, двойные деньги, патроны, серебряная ложка. Что-то здесь очень много серебра. Богато жили, походу, ребятушки-то тут. Очень богато жили, раз у них куча-куча серебряных ложек. Ну, ведь не какие-нибудь там простые, а серебряные, не хухры-мухры. Здесь у нас понятно. Ну, давай, иди сюда. Пес, иди сюда. Нет, не пес, я сама справлюсь без пса. Ю-ху! Давай второй раз, только не ударяй! А, фуй, ему одного хватило заряда дробовичком. Эх, дробовик такой дробовик. Симулятор, очищенная вода, антифриз. Не знаю зачем, пачка сигарет точно пригодится. Будем продавать. Мы так, кстати, за всю игру до сих пор не нашли... Жуткое дело. До сих пор не нашли... Ты чего рычишь? Я подумала, это гуль уже рычит. Зубная паста нам пригодится, отвертка. Потрепанный планшет. Не нашли продавца, кому все это продавать. Мы уже столько вещей набрали, а кому что продавать, непонятно. Так, и что-то воспроизвести нам предлагают, да? Голозапись Майкла Делли. Жуткое дело. Блейк, послушай меня как брат. Вся эта сделка с Эдди — это адское дерьмо. Какой из него деловой партнер? Он ведь угрожает убить тебя, если все пойдет не так, как ему нравится. Мы здорово влипли, брат. Я не вижу выхода. Разве что все бросить и свалить к чертовой матери. Дай мне один шанс. Приходи, поговори со мной лично. Я просто хочу спасти нас обоих. Да. И почему это дело жуткое такое? Вроде ничего такого опасного. Я думала, про гули нам расскажут, как они появились здесь. Но нет. Ничегошеньки нам не рассказали. И в принципе все. Получается, мы тут... Да, песик? Да, фуфлик? Мы все с тобой сотворили тут, набедокурили. Protect
Протектрон механик. Ну ладно, стой тут. Протектрон механик. Я не знаю, что еще с тобой делать. Пусть здесь бродит. А мы тогда с вами пойдем наконец-то обратно в лагерь, потому что пора выполнять основное задание. По сюжету идти, вообще хоть какие-нибудь задания выполнять, а не просто бродить по миру. Это такое увлекательное занятие, скажу я вам. Так, F5 нажмем сразу. И карта. Тут еще вот какая-то ферма, хочется на нее тоже заглянуть, она же совсем рядом. Так, в какую сторону? Ага, понятно. Нам-то нужно обойти и в ту сторону заглянуть на ферму по дороге уж. И после этого уже определенно точно. Так, кто там? А, нет. Куда могу попасть? Да. Из дробовика стрелять. Неблагодарное дело. Кто здесь? Так. Ой, это пес. Пес, добивай. Добивай Дутня. Фух, молодец. Умный пес, хороший пес. Что-то у нас все радиация увеличивается и увеличивается. Это нехорошо. Надо бы, наверное, полечиться. Вроде есть какой-то антирадин, что-то типа этого. Надо, наверное, использовать. Хотя жалко. Что-то он не особо часто, по-моему, встречается. Так, это ферма у нас, F5. Есть кто? Виски. Виски — это хорошо. Пачка сигарет. Пачка сигарет. Ух, сколько сигар-то. Живем. Грязная пепельница. Не годится. Собачьи консервы. Бутылка. Ой, куча пива. Да, тут кто-то неплохо устроился. Посмотрите-ка. Сидел он, значится. Я тоже могу сесть. Сидел он в этом креслице. Попивал пивко. И наблюдал за вот этим сооружением. Наблюдал, как гули жрут людей. Вот. Неплохо так развлекся. Ладно, как отсюда сползти? Слезай. Все хорошо, конечно. Но я вот что еще заметила. Первую помощь. No smoking, да? Вы видели, сколько здесь было сигар, что здесь была пепельница. Кстати, куда она делась? Пепельница была и no smoking. No smoking. Так мы и поверили. Чего? О, я думала, взять можно матрас с собой. No smoking, блин. Готовый завтрак. Слушайте, куча пива. Здесь явно какой-то был очень большой любитель пивка. Так, хорошо. Но мы еще, кстати, до фермы-то не дошли. Она где-то тут. Вот она. F5. Я здесь буду часто сохраняться, чтобы, ну, вы понимаете, чтобы было хорошо. Ой, вот она и ферма. Да. Вау! А ферма-то здесь большая. Мне кое-что нужно. Во-первых, у меня расческа разваливается. У меня было куча расчесок. Я же что-то понабирала. Вы что, живые? Вы нормальные? Глазки строить Хоторну. Вот что тебе нужно. Папа, ничего я не строю. Не волнуйся, солнышко, скоро туда поедем. А ты пока больше думай о работе и меньше о парнях. Ближе не подходи, мы простые мирные фермеры, нам проблемы не нужны. И хорошо, я друг, и от меня проблем не будет. Ну, раз ты так говоришь, но учти, у нас есть оружие, так что давай без глупостей. Я тебе скажу, быть фермером нелегко, целыми днями в поле горбатишься, да еще каждую минуту по сторонам оглядываешься. Работа на ферме — тяжелый труд, с этим не поспоришь. Блейк Эбернети, ты недавно в содружестве?
содружества. Давно здесь эта ферма? Я бы сказал, несколько поколений, по крайней мере, на ней работали мой отец и дед. Ну а ты не хочешь когда-нибудь пойти в фермеры? Не уверена. Не знаю пока что, я об этом даже не думаю. Черт, я тоже не думал. Я родился фермером. Только один совет. Если заведешь ферму, приготовься к нападениям рейдеров. Не каждый станет трудиться, когда можно просто навести пушку и все забрать даром. Неужели вы ничего не можете предпринять в свою защиту? При последнем набеге рейдеров моя дочь Мэри пыталась дать им отпор. Теперь она похоронена за домом. Ей был всего 21 год, а они пристрелили ее, глазом не моргнув. Поэтому нам нужны минитмены, и чем скорее, тем лучше. Нет ничего хуже, чем потерять ребенка. Поверь, я-то знаю. Прими мои соболезнования. Мне особо нечего тебе предложить, но те рейдеры, что убили Мэри, забрали ее медальон, а это семейная реликвия Конни. Если ты сумеешь его вернуть, мы будем тебе очень благодарны. Ты знаешь, откуда они нападают? Да, знаю. Один из них упомянул в разговоре Оливию. Возможно, они не засели на старой авиабазе. Так. Ага, у нас тут теперь задание начато. Неплохо. Давайте тут пособираем тошку, потому что нам своих людей нужно кормить. И там тоже нужно вырастить кучу всего. Да, полисадничек придется организовать. У нас же там еще все не спахано поле-то. Дома не построены, ничего не сделано. Я как-то ушла на разведку и все, и с концами. Мои там, наверное, ребятки уже волнуются. Где это я? Нам негде спать, мы сами не можем кровати сделать. А, паника. Главное, чтобы на них еще рейдеры не напали. Вот будет прикол, если... Ой. Если я приду, а там... Уже никого нету. Все, всю тошку пособирали, да? F5. И... Киска, привет, мурлыка. Мастерская. Это поселение не является дружественным. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Слушайте, а мне кажется, я тут была. Или это просто похожая ферма, одинаковая такая же, как и та? В какой-то серии я тоже была на ферме, только там, по-моему, была одна корова и никаких людей. И было очень похоже по планировке вот на данное здание. Интересно, давайте еще с тёлочкой поболтаем. Тут же, кстати, еще можно любовь строить, все дела, а мы как-то этим даже не занимались. Где твоя девушка? Вдруг я захочу построить любовь? Эй! Пачка сигарет. Меня же не видят? Меня не видят. Давайте украдем. Тут еще есть интересного. Пачка сигарет. Сигареты нам пригодятся всегда. Патроны для дробовика. Вот это тоже очень полезно. Мы активно пользуемся дробовиком, поэтому нам не помешает. Скипидар. Не знаю зачем. Мешок с удобрениями. Ой, стоит тут такой. А что это вас так стало много-то? Ребята, откуда столько жителей? Работа ищешь, нам нужна помощь по сбору арбузов. Если у тебя на это время найдется, приноси мне арбузы. Не сейчас. Ничего страшного, но если захочешь подзаработать, крышек, мое предложение в силе. Да иди со своими арбузами, слушай. Ты здесь недавно, если у тебя есть что-то продать, обращайся ко мне. О, ну-ка посмотрим, что у тебя есть. Медикаменты и все такое. Ну... Патроны и медикаменты. Это и есть самое необходимое? Разумеется, жить хочешь, без патронов и медикаментов не обойдешься. Ты покупать что-нибудь собираешься или нет? Я уже вроде у вас все патроны от дробовиков-то забрала. Давайте я что-нибудь вам продам. У меня есть
сигареты, которые я у вас же и украл, давайте я вам продам. Во. Двойные деньги, кстати, тоже можно продать. Ну и как это подтвердить? А, R принять, наверное. Подтвердить сделку. Короче, счет натворили. Что-то мы с вами такое натворили, друзья. Открыть ворота. Не, не будем открывать. Не будем портить. О, а вот это можно приготовить, кстати. Давайте, что мы тут можем приготовить? Мясные блюда. Это нам восстанавливает здоровье, поэтому очень штука полезная. Что еще? Отбивные собачатины. Стейк из брамена. Наверное, вкусняшка. И шашлык из игуаны. Когда мы игуаны-то умудрились грохать-то? Шашлычок из игуаны. Никогда не пробовала запеченный дутень. Сопротивление радиации. Во, мне, кстати, подсказали, спасибо, мне в комментариях подсказали, что супер-рад это сопротивление радиации. Это очень даже хорошо, что я это узнала. Это знание нам пригодится, если мы в какую-нибудь радиационную местность забредем. Все, все наготовили. Напитки... Больше ничего не можем сделать, выйти. Все, пёся, куча жрачки мы с тобой наделали, нам в дорожку. Пригодится. F5, присед и оружку. Чё рычишь-то? Там опасно что? Ну и все, и давай уже направляться в сторону нашего санкчуаря. Так, тихо. И он тут, вот. Просто по прямой идем, уже ни на что не обращаем внимания. Правда, вот заглянем в этот шарик, посмотрим, что это такое. Но уже направляемся в санкчуаре. Потому что квесты-то не ждут. О, понятно. Что-то как-то очень все низко и плохо. Ух ты, тут можно еще перемещаться. У-у-у. О, как интересно. Ну, попробуем. Да, я не попадаю. Бесполезно это все. Да зараза ты. Вот зараза-то такая, а? Дутень. Ты сдохнешь или нет, дутень? Ну какой хитрый-то, а? Куда ты уже делся? Дучень такой дучень. Дикий мутафрукт. Мням-мням-мням-мням. Кто меня обнаружил? Кто меня обнаружил? Слышу. Где-то стрекочет. Кто где? F5. Ты не скули ты. Мне и так боязно. Ты тут еще скулишь. А что, вот не зайти туда, что ли? Печалька. Зато кое-что тут валяется. Ох, а это что у нас такое? Стоянка грузовиков красных ракет. А, это мы тебя тут нашли вроде, да? А, все, я поняла. Да, это именно та ферма была. Только почему-то, когда мы туда приходили в гости, наши фермеры отсутствовали. А теперь они на месте. Ну и хорошо. И ладненько.
И знаете, я думаю, что вот на этом месте мы с вами остановимся. Я тут, скорее всего, займусь крафтом. Все вот то, что тут имеется, я раздолбаю и перетащу к себе на вазу. И мы уже начнем обустраивать наши санкчуари. Ну, а пока что с вами была Мира, Моба, Филка. Ставим лайки, комментируем, подписываемся и увидимся в новых видео. Всем пока-пока!